Добрый вечер, дорогие друзья. Хочу заснять быстрый, короткий видеоролик на тему мотивации. Вы знаете, сегодня такой день, у меня немного болела голова. Вот. Потом я смотрел интересные вещи в интернете, да, для себя общался с людьми в своей группе. И мне было... Мне не очень хотелось идти сегодня в зал, знаете, не было сил, не было желания идти туда, вот. Но, конечно же, я пошел, и такая интересная вещь по поводу мотивации. Мотивации не существует, то есть это короткое явление, которое придет к вам и потом уйдет, вот. Как только я пришел сегодня в зал, у меня сразу же появилась куча энергии, я начал тренироваться, да, то есть зажегся огонь тренировочный, я стал все делать. То есть, и чем больше я тренировался, тем больше сил у меня появлялось для того, чтобы сделать свою тренировку. И я пришел к выводу, что главное — это просто притащить свой зад в зал. И все, неважно, как вы себя чувствуете, что с вами там происходит, болит голова, не болит, выпейте таблеточку от головы, идите в зал. Как только вы придете в зал, вы сразу же почувствуете себя намного лучше. Вы начнете тренироваться, да, и у вас пойдет. В общем, мотивации никакой нет. Мотивация — кратковременное явление. Существует только настоящая любовь и преданность своему делу. Когда ты действительно любишь то, что ты делаешь. Когда это приносит вам огромное удовольствие. Когда вы держите слово, которое вы дали себе. И вы никогда не будете пропускать. И даже если вы не можете по каким-то причинам попасть в зал, вы найдете альтернативу. Вот и все. Всем силы. Оставайтесь на спорте, на связи.